Ленька, скажи привет-привет! Приветствуем вас на нашем канале! И что ты хочешь открыть, Настенька? Где ты уже пошла с кадра? Хочешь что-то открыть? Yeah. Да, папа! Тебе подарок купил. Что же там внутри? Давай посмотри. Что же там внутри? Давай посмотри. А за Настенькой находятся стены. Остатки стен города Винчестера. Да, еще с средневекового времени сохранились. А за этими стенами потом такое поле находится. Там, где ребятишки сейчас с Pilgrims School, с такой школы частной, играют в бейсбол. И еще там находится два замка. Два дворца таких. Один средневековый, который мы вам покажем в одном из видео, а другой в стиле барокко, который был построен в 17 веке. Да? Целых два. Ну, и что ты там видишь? А, это такая Стефи, такая куколка. А, Royal Baby, королевский ребеночек. Она, видите, тут... такая беременная, да, у нее в животике такой малыш. И тут он тоже колыбельку такую имеет, такую кроваточку красивую имеет. Да, и видите, делается плоский животик, потом беременный такой животик. Да, и такой ребеночек у нее маленький. Ну, вот, всех сторон. Так оно выглядит. Насколько я знаю, во всех странах советского, бывшего Советского Союза, такие куколки вот есть в продаже. Потому что там было выписано, что это вот было произведено в Германии. А что еще отделы, фабрики, в которых производятся подобные куколки, существуют тоже и в Казахстане, и в России, и в Украине, да? А там такой маленький мини-водопад. Да? Красивая. Да. Красивый парк. Хорошо, открываем. Пробуем открыть. Да, мама должна все делать. Да, а Насте только подарки. Мама всю трудную работу делает, а Насте все отдает, достается, да? Вот такая вот судьба у мамы. Все открывать, потому что Настя ленится. И что ж так? Опсе. Да, считаешь, да? И видишь, как маме тяжело одной ручкой открывать, а ты маме вообще не поможешь, правда? Не поможешь маме. Да! Она в прятки уже играешь. Играешься в прятки. Считает. Here I do, here I come. Да, и что? Да, сейчас маме надо потрудиться, чтобы это все достать. Да, Настенька! Настя, оставь это! Она только хорошо себя ведет, если видит какие-то взрослые люди идут, и тогда она перепугается, да? Перепугается, и тогда уже себя хорошо ведет. Да, Настя? Видишь, мама имеет трудную задачу. Все своими ручками, то есть одной ручкой открывать. Да, ты можешь, и можешь успать тоже. Я это прекрасно понимаю. Да, мамочка должна это все пооткрывать. О, мне кажется, Настенька, нет, будет дождик идти скоро, да. Так что давай откроем все перед тем, как дождик начнется. Посмотрите-ка, какая простынька с подушечкой красивой. Ну, к сожалению, пластиковые. Неорганический хлопок. Ай, маленькая корона для маленького малыша. Да, давай,
Берись. Анастасия, Настя, попробуешь достать эту корону для малыша? Смотри, маленькая я корона для малыша. Что еще мы здесь имеем? Как насчет этой колыбельки? Она уже отцепилась еще не до конца, да? Да, давай отцепим колыбельку. К сожалению, такие громкие звуки. Извиняемся. Да? Да, stuck to, значит застряла. Stuck это по-английски застряла. Ничего страшного, пусть это еще остается. Ну и смотрите, какая куколка с короной. Красивая, красавица куколка. С туфельками розовыми. И там вот у нас маленький животик. И как же там достать эту маленькую куколку? Да, как достать куколку, как думаешь? Да? Как думаешь, как? А, видите? Так, поворачивай. А, значит, против часовой стрелочки поворачиваете. Ай, смотрите. Мы практически сделали сейчас кесарево. Там лежит маленький ребеночек. И сейчас посмотрим, как же обратно этот животик нам уже плоскеньким сделать. Вот это вот задача сейчас. Как животик сделать плоским? Как там было написано? Ну, дальше животик беременный, да? Не удалось нам сделать его плоскеньким. Надо будет посмотреть дома, как он делается. Мне кажется, должна быть другая. Посмотрите, тут, видите, там можно сделать его плоским. Но мне кажется, они должны иметь два таких животика. Один беременный, а другой такой обычный. Давайте же посмотрим. Нет, там только один животик. Только один животик. Может, они тут его имеют где-то внутри. А, смотрите. Да, они имеют внутри этот животик. Берете, нажимаете. И смотрите. И обычный животик плоскенький. Но ей повезло, что она после ребеночка имеет такой вот плоскенький животик. Иногда это совсем наоборот. Знаем по своему опыту. Да? И сейчас? Больше не беременна. Да, имеешь маленького ребеночка. А хочешь его обратно в животик положить? Нет? Не хочешь? Она уже играется колыбельной. Она уже там поставила эту подушечку с простирадлом. Да, там это еще надо снять, но эти пластики, но нам не хочется. Это еще мобиль этот, который можно покрутить, да? Красивая куколка. Видите, так что куколка, которая может быть и беременна, и не беременна, да? Да. Попробуем обратно сделать ее беременной. Да. Вот так вот. Ну, очень даже интересная куколка. Да, Настя? Можно учиться уже с детства, как кесарево производить для будущих, как проводить операцию для будущих врачей, да? Сейчас она уже беременна снова. Да, вот такая вот замечательная Стефи-куколка. Стефи-куколка с Royal Baby. А, видите, Настя уже корону на малыша одела, да? Да, уже носит корону. Да, с первых годов жизни. А посмотри, какой этот ребеночек в сравнении с куколкой малюхонький. Такой вообще крохотный. Да, нравится тебе твоя Стефи-куколка? Очень интересная, да? Да? А мы вот все эти бумажки спакуем и потом его выбросим. Ой, извиняюсь, Анастасия, извиняюсь. Видишь,
Видишь, мама тут плохо себя ведет, пакует весь мусор. И много блесточек после этого осталось. Она вся, у нее все платьишко усыпано блесточками, это потому. Да, Настенька? А хочешь вместе с Тафи куколкой пойти на прогулочку? Идешь или нет? Пойдем на прогулочку. Бери свои игрушечки, идем на прогулку. Давай. Пройдемся возле этой речушки. Она очень красивая. Пройдемся. Давай, красавица, давай пройдемся. На маленькую прогулочку. Пока не начался падать дождик, потому что сегодня дождливая погода. Да? Посмотри, как красиво-то. Да, вода. Водичка. Пошли, Настенька, пошли. Да, идем на прогулочку маленькую. Но вместе с своими новыми игрушечками, да? Не потеряй ребеночка. Ты имеешь бэйби? Имеешь малыша? Или нет? Или уже потеряла? Надеемся, что еще не потеряла. Жалко было бы маленького малыша. Да! Да! Видишь там? Давай. Давай. А с этой стороны стены замка. Вот здесь они такие неудобные вещи железные всегда ставят. Видишь? Настя, видишь, там маленькие такие водоспадики, да? Там люди делают себе фотографии. Дадим им минуточку, возможно, чтобы сделали фотографию. Можем. Да, идти себе, да? Так красиво, плакучая ива здесь. Очень красиво. Бедная куколка висит до горы ногами. Бедненькая маленькая куколка. Идешь или нет? Или остаешься? Не потеряй малыша. Настенька! Да, мама ждет тебя, ждет. Как же без тебя? Wait for me, да? Подожди меня. Настя просит маму ее подождать. Да? Идем. Прогуляемся. Как такой, как корабль выглядит, да? Красиво, нравится тебе? Очень красиво. Такая природа захватывающая. Настенька, пошли! Пошли! Смотри, там уточки плывут. Да, уточки с тебе плывут там, да? Идешь? Ква-ква-ква! Уточки, дакс, да, уточки. Красиво здесь, правда? Ой, собачка, ой, 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 побежали. Настенька, Настюша. Обещали? Да, идем. Are you very happy? Да, очень счастлива? Да? Такая счастливая девочка.
Хорошо, что Настя счастливая. Самое главное, да? Там вот собачка так плавает на поводку. Такая красивая собачка. Да, идешь? Собачка плавает. Побежали. Побежали быстренько, быстренько, быстренько. А то поставим. Нельзя опаздывать. Надо бежать. Да? А здесь какой красивый жилой дом. Да, Настенька, посмотри. Какой красивый дом. Вот идем по узлу там жить. Да, мама ждет ее. Побежали, побежали. На красивая, да? Красивые игрушечки. Молодец. Только в реку не выброси. А то, да, надо потолкать колясочку, да? Давай. Идешь? Это St. Mary's Madeleine Alm House Private. Красиво. Хорошие локализации люди имеют. В самом центре города, да? Возле реки. Да? Бежишь? Что? Что случилось? А корона где? Где малыш корону имеет? Mary's Kids Crown. Где? Где? Выбросила? Да? Потеряла уже корону? Да? Хорошо, Настенька. Да, и там уже центр города с этой стороны. Да, Настенька, скажи пока-пока. Спасибо, что смотрели на мое видео. Идем? Идешь или нет? Нет? Скажи, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал, пожалуйста. И будем дружить, да, Настя? Что ты там рассказываешь, а? Пройдем до конца этого ручейка и пойдем выключать. Там тоже красиво за кустами. Какой-то тоже церквушка или какой-то еще памятник архитектуры. Да, мама ждет тебя. Когда же мама тебя не подождала всегда? А там такой огород людей красивый за стенами. Видите? А там с другой стороны, как видите, ту мельницу, о которой когда-то делали видео. Вот такую красивую мельницу, да? А что это такое? Давай посмотрим, что это такое. Что это такое? This is now the only visible section of the city's Roman wall that remains. It was complete that in the 3rd century and enclosed an area of 144 acres. Знаешь, это кусочек маленький романской стены. А, здесь, Настя! Здесь вот, за перегородкой романской стены, который был построен в 3-м столетии нашей эры, да? И только маленький такой вот кусочек остался от него, да, Настя? Малюханький. Скажи, а сейчас уже пока-пока. Спасибо, что смотрели наше видео. Скажи, Настя, пока.